Привет всем! Сегодня буду реставрировать свою ванну. Вот такой вот она вид имеет. Ванна чугунная. 1,50 м длиной. Ну и вот как она выглядит. Будем пробовать заливать ее жидким акрилом. Вот так вот выглядит ванна после 3,5 часов зачистки. Капец просто. Замахался ручек. Два места у меня косячки. Вот где эмали не мало пошла. Я его зачистил. И не знаю, то ли как раньше было залито. Самый первый эмаль залит этот. Я счищал уже. Ну, насколько мог, столько счистил. Все. Теперь будем мыть. Сушить. Подготавливать. Заливки. Так, теперь что мы здесь сделаем? Сейчас мы ее надерем водой вот так. До слива. Горячая. Ванна нагреется. Воду сольем. Полоснем. Быстрее так высохнет. И феном пропустим. Можно заливать. Так, ну вот. Сейчас будем замешивать наш акрил. Вот такой вот у меня акрил. Наливной. Фирмы Пластол. Под 1,7 ванны. У меня ванна 1,5. Так. Открываем. Открываем. Сейчас сначала просто его перемешаем. Сам акрил. Густой, конечно, как лучше. Это мой первый опыт. Посмотрим, что получится. Эту баночку я с рук брал. Этот акрил. За 2000. И просто у нас в магазинах не продается. Север. Нигде не купишь. А через интернет заказывать. Оно то на то и выходит. Плюс еще ждать придется.
А так человек продавал, я купил. Так, затвердитель. Мне одно смущает, что затвердитель желтого цвета. В основном на всех видео он такой, как вода. Так, доливаем. На 3 или 4 подхода его сделаем. Если все нормально будет. Может такой еще вариант быть, что акрил просрочен. На нем срок годности 12 месяцев написано. А срок дата выпуска нет. И вот что-то он мне уже не нравится. Ну вроде бы смешивается. Вроде бы не сворачивается ничего. Ну, человек предупредил, говорит, если он тебя комками там возьмет, ну, однородная масса не получится. Говорит, позвонишь, я денежку верну. Ну, не хотелось бы просто потеря времени. Короче, 10 минут мешаем, добавляя понемногу затвердитель. Потом 10 минут он стоит. Ну, реакция там. Пузырьки выходят после перемешивания. Ладно. Так, ну вот, спустя 10 минут тщательной перемешки. Вроде бы у нас готовое. Ничего не свернулся. Ничего. Ладно, все, теперь еще на 10 минут, 10-15. Оставим его. Пока мы подготовим стаканчик, чтобы заливать. И кофейку выпьем. Так, ну вот 10 минут прошло. Посмотрим, что тут у нас. Перемешиваем немного его еще. Подготовил я баночку такую. Там вставил банку. Бутылку обрезанную. И вот такой вот шпатель небольшой. Ну, в принципе, все. Баночку, палочку на ней убираем. Газеты так вот еще постели. Так. Ну что, как говорится, с Богом. Не знаю, мой что-то неправильно. Наверное, надо было в банку наливать сюда. Но у меня руки заняты. Начинаем.
Так, ну вот, вроде бы залил. Оказалось, я думал, мало будет. Оказалось, даже его еще стекать будет. Там полная банка, наверное, там внизу будет. Ну, конечно, какой-то он густоватый. Вот так, пока еще мне нравится. Результат пока не прикольный. Дальше видно будет. Ну и вот, ванна доделана. Все фитинги прикручены. Можно проверить. В принципе, результатом я доволен. Посмотрим, насколько ее хватит. Может, через год еще видео сниму, в каком она состоянии. А может, раньше, если начнет облазить. Вот у меня такой кусок еще остался, который стоял там под сливом. Это в бутылке. Это бутылку я отрезал и достал. Он был, акрила у меня была на 1,7 метра ванны, а у меня 1,5. Ну, вот столько вылилось. Так, в принципе, все нормально. Там в одном месте там есть пузырик, получается. Не лопнул воздух. Ну, то фигня. А так нормально. Все, кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся. Всем пока. Спасибо за просмотр. We'll be right back.